Во жизнь пошла. Вечером же спокойно по улице не пройдешь. Меня недавно остановили трое. Ты же кто по национальности? А сейчас угадай, как ответить. Я говорю, гуманоид. Ну, тогда лети отсюда нафиг. Дали мне пинка, я опять полетел. А недавно один останавливается. Ну, я думаю, сейчас полечу. А он, я так вежливо, с пьяненьким таким акцентом, говорит, слушай, мы сейчас проводим конкурс. Бюст 95. Не хочешь принять участие? Почему я? Там же женщина вроде. Какая тебе разница? Спонсор наш, мы тебе почетную третью премию, деньги. Я говорю, а почему я? Я не то, что на женщину. Жена говорит, вообще на человека не похож. И потом, чего я там показывать буду, если у меня там нету ничего. Несовременно рассуждаешь. Многие деятели культуры за такие деньги и не такое бы согласились показать. И потом конкурс у нас благотворительный. Весь сбор пойдет в сумасшедший дом. На строительство забора. И потом спонсор собственноручно вписал твою фамилию, а он до сих пор во всероссийском розыске. И ты что-то у меня впервые дрогнуло. Я думаю, а что я в самом деле? Жене надо пальто зимнее купить, детям ботинки. Что я себя изображаю? А я говорю, а где обнажаться? Поехали в концертный зал. Приехали в концертный зал, там такой бойкий ведущий, говорит, быстренько-быстренько, раздевайтесь. Я разделся, он посмотрел на мою грудь. Говорит, а вы дома ничего не оставили? А я говорю, сейчас так носит один французский кутюрье. Он говорит, кто? Я говорю, ну, один француз называет это воспоминание о детстве. Не знаю, как там во Франции, я, глядя на вас, вспоминаю наш сумасшедший дом. А как этого кутюрье фамилия? А у меня из всех французских фамилий, вот только ну, одна это в башке вертится, вот. Это Мишель Легран. Я говорю, Мишель Наган. Ну, началось представление, 22 женщины и я. У всех бюст, их к стенке не подойти, и я со своим детством. Они косятся на меня, голубой что ли. Я говорю, это я от холода посинел. А вообще-то я розовый. Одна говорит, ну и какое же вы надеетесь занять место? Как какое? Третье. Говорит, это было бы возможно, если бы нас всего трое было бы. Я говорю, если бы нас всего трое было бы, я бы занял первое. Говорит, это почему? Я говорю, по нумерации, бюстгальтера. Говорит, а вы носите? Я говорю, если надо, надену, и не ваше дело. Говорит, стерва. Я говорю, сама стерва. Ведущий говорит, девочки! Прекратите скандал, публика услышит. Я говорю, я вам не девочка. Ну хорошо, я буду называть вас госпожа. Пожалуйста, на подиум. Ну, эти-то мои соперницы вышли, а я когда на подиуме появился, в зале истерика началась, здесь рвут друг у друга бинокли, чтобы получше разглядеть. А я зубы стиснул, думаю, ничего, Штирлицу было труднее. Зато жене пальто зимнее куплю, детям ботинки. Иду по подиуму, как на костылях. И слышу, как ведущий в микрофон объявляет новейшее течение в области культуры тела, разработанное французским кутюрье Мишелем Наганом. Представляет бюст фирма «Попер наверх». И тут вот радость победы наполнила мою грудь. Я так чувствую, походка стала легкой, грациозной. И публика в зале, смотрю, притихла. Ну, понятно, у них сумбур в голове. Кому же охота от новых веяний отставать. Короче, положил свою третью премию в карман, а на выходе меня уже ведущий останавливает, говорит, завтра не опаздывайте. Я говорю, а что завтра? Он, завтра победительницы конкурса принимают участие в стриптиз-шоу. Че, я думаю, выступлю. Зато теперь жене куплю не пальто, а шубу.